Всем привет, это Сафер. Продолжаем проходить из баунти. Остановился я на том, что пробился на три ручья. Немножко там побегал, поосматривался, пособирал халяву, нашел заклинание Буран. Пока нет на него кристаллов, поэтому надо пробивать карты на следующие острова и собирать там просто кристаллы, чтобы его раскачать. Примерился я к этой карте, она ведет как раз на Дринбам. Что-то там страшно, больно, неприятно было. Поэтому можно попробовать подраться за другую карту, которая тоже ведет на Дринбам. Есть на Инзельбурге такая карта. Погнали с ней драться. Я в курсе, что у меня есть всякие дела, которыми я мог бы заняться и без таких сложных сражений. Но, на мой взгляд, это чуть ли не последний сложный бой, который мне вообще предстоит в игре. И прямо после него начнется халява, поэтому я думаю, нет, как это, лучше не откладывать на потом это дело, сразу сделать дело, а потом уже можно будет всю серию заниматься вообще чем угодно. Унижать всех соперников, там, не знаю, выполнять квесты, что угодно делать. И это будет гораздо проще, удобнее. Погнали драться. Эта карта тоже ведет на Дринбам. Древние медведи, два лучника пропустили ход. Непонятно, какие, правда, древние медведи. Возможно, вот эти пропустили ход. Но, может быть, и не они. Тут фиг угадаешь. Мне до этой клеточки надо добраться. Так, поэтому я лечу сюда. Самоню сюда скелета. Самоню сюда книжку. И она уже более инициативная, она здесь заблочит. Можно сюда поставить статую. Она этого лучника заблочит. Или вообще под контроль его запросто может взять. И в итоге все лучники будут под контролем, ну и типа, ну и сойдет. А, ну я просто по древности его взял. Так, каст книжки. Ну, по-хорошему, мне бы лучше вот эту вот гадость как-то дебафнуть. Но цепная сюда может зайти. Ну, если зайдет, я загружусь, правда ведь? А, я ее усыпил. Прекрасно. Так, змеи идут. Только почему на один ход я ее усыпил? Этого лучника я, кстати, так мог через ярость законтролить. Самый плохой получается выбор. Так, растения, вампиры, еще какая-то гадость. Так, ну что, буду будить? Я думаю, это неправильно. Будить не надо. Лучше свалить отсюда, мне кажется. Так, больше книжек. Эту клетку я не законтролю, если потребуется. То есть дракон сейчас лучше вообще ему вниз тогда лететь. Ладно, тогда здесь пауза. Дракон решает, что нужно книжки с двух сторон самонить. Поэтому летит вниз. Тут книжка. Тут какашечка.
Вампир самоотверженно рвется вперед. Ну, вот это вот все равно дрянь, она самая-самая проблемная. Баран. Норм. Так, кусаем кого-нибудь. В целом без разницы. Даже вот этот стек можно кусать, хоть он и под ревностью. Wait. Здесь можно так сделать. О! Я Минотавра законтролил. Офигеть. А как это вышло? А баран не отвечает, правда ведь? Так, дроид тоже, значит, летит вперед. Да пофиг на этого. О, как интересно тут сражения-то продвигаются. Минотавра можно в Берс отправить. Дерись-то. Так, минус дракон. Ну, что-то он меня подвел. Ладно, это опасно, но есть варианты у дракона, как воскрешаться. Вот он, например, вариант, как воскрешаться. Так. Допустим, Дев. Вперед. Тоже вперед. Стукать по летучим мышам. Так, дракон, он очень пострадал, поэтому летит он нафиг, наверное. Его еще реально воскрешать, тут та еще история будет. Так, здесь одни книжки, поэтому если я вдруг сюда случайно цепну и заряжу. А зачем? Да это круто. О, гипноз. Так. Что будем делать с загипнотизированным отрядом? Вот этого еще надо загипнозить. Так, wait. Короче, у меня, по сути, одна проблемка нарисовалась. Как дракона воскресить? Ой, я здесь не законтролил. Как так? Сейчас еще Гаргону соли. Ой, все это... А, ладно, здесь вот этот яростный, может, он не сможет стрелять из-за него. Окей, хорошо. Яростный меня спас. Так, этот вперед летит. Просто так. Кусать. Ну вот, Злоган съели. Неплохая мысль грохнуть лучника. Подкоп поближе, вроде норм. Но урона маловато. Вот эти летучие мыши все еще опасны, несмотря на то, что они бараны. Че, до сих пор баран? Офигеть. Так, какая вот эта вот абилка без кулдауна, поэтому 1400. Офигительный урон. Цап.
Так, здесь надо всеми кусать вот эту вот летучую мышь. Она довольно скоро превратится, поэтому, ну, типа, это важно. Книжка дерется, конечно. Что ей тут еще делать? Не, никаких кастов, уже можно руками просто драться. Довольно мало юнитов осталось. Так, все куда-то кусают. Лучник. Ну, лучше бы через вейт, наверное. Тогда гипноз еще повисит. Так, здесь заблочу проход на всякий случай. О, нормалек. Они там дерутся-то. Это еще не ходил, поэтому в него стрельну. Был шанс его в камень превратить, это бы немножко помогло. Ой. Внезапно. А, он под испугом. Тогда нормально. Короче, сложности это сдохший здесь уже даже, наверное, не летучие мыши, а вот этот лучник. Так. В чем тут проблема? Дракон не может никого бить, ему задача воскрешаться. Поэтому он ждет. Книжка кусает лучника. Это тема. Здесь каст сюда. Карлик пойдет. Вейт. Тут тоже вейт. Так, вот здесь вот нужно обязательно что-то от лучник ступить. А, у него первая скорость была, повезло мне. Это я случайно так не думал, честно говоря, об этом. Что, Злоган-то будет или нет? Дракон ждет Злогна уже довольно давно. А его все нет и нет. О! О! Дракон! Дракоша! Так, ладно, здесь два все равно смешной урон наносят. Мне страшно. Ну, не страшно, ладно. Не то чтобы страшно, страшно, но... Ох, дракон, сила. Сила, три дракона. Смотрите, что делает этот дракон. Он воскресает из мертвых. Не только лишь каждый может так сделать. Мало кто может воскресать из мертвых. Вообще, для этого тоже важно грохнуть. Не то, что важно, но важно. Почему важно? Потому что этот грёбаный дракон сейчас встанет на эту клеточку.
и съест чей-то труп, или на эту клеточку, и съест тоже чей-то труп. И никто ничего ему за это не сделает, правда ведь? Ладно, здесь безопаснее. Иха, дракон полностью здоров. Офигительно вышло. Самая сложная проблема решена. 10, 12, 9. 10, 12, 9. Слушай, у меня все остальные здоровы. Удобно. Так, этого надо бить. Так, wait. Кто здесь опасный остался? Наверное, только никто. Wait. Кусь. Так, до того далеко. Жалко, что этот лучник не книжку. О, ну дракон-то здоров уже, удачи. Теперь ты его разваливать будешь настолько долго и мучительно, что я вот не против. Так, вот этот медведь и вот этот медведь, они офигели, как мне кажется. Да, здесь можно стукать. Нет причин совсем никаких, как скелетик пригодится. До какой степени я боюсь этого сумасшедшего медведя? Наверное, сильно боюсь. Поэтому лучше вот я отсюда на паузу встану. Так, здесь... проще, кстати, можно здесь поставить ловушечку, чтобы меньше бояться сумасшедших медведей. Здесь нет смысла бить. Бояться стоит только сумасшедших медведей, поэтому в них и надо стрелять. Этот медведь может под разгоном спокойно, например, до сюда добежать. Ну, Горгона переживет, но он может, и поэтому это проблема. А, ну, книжка это гораздо лучше. Пожалуйста, стреляй в книжку полностью. Ой. Так, здесь я с паузы, поэтому ничто не мешает мне какашечку отложить. Здесь можно снять ответку спокойно, куснуть драконом, потому что к тому моменту, когда пойдет вот этот вот медведь, даже с его гигантскими статами, да, здесь можно бить. Здесь лучше выстрелить, отравление, оно покруче. Бить. Так, что он сделал? Что? Что? Что не забил-то вообще? Минотавр воодушевляет союзный отряд нейтралов 1-4, повышая боевой дух. Бонус морали, что ли, получил? Великолепно. Понял. Понял. Могёт.
Так, как бы мне помочь дракону не умереть? Вообще реально, нет? Давайте включим голову. Попробуем. Поиграем в математику. 37-я атака. 30 защита больше, чем у него. То есть в половину урона примерно у него будет. От среднего. Средний 10. 500. Половина от 500 это 250. Он никаким образом не может пробить мне дракона. Он может ускориться и пробить мне монстеру. Поэтому поставлю здесь ловушечку. А что, я довольно неплохо посчитал 250 урона, который он мне нанес. Я считаю, я молодец. Так, дракон ждет. Медведя съели. Съедим и Минотавр. Ну что, получается, все здоровы, легчайший бой, плюс карта и... Ой, кто это попал в ловушечку? Как неудачно. Так, копаюсь ближе. Размытие там еще актуально, нет? Я не знаю. Покачать, какой там раунд боя. О, затянувшись. 10-й раунд. Кстати, я прокачал размытие в этом бою. Так, ну что, все живы? Правда ведь? Правда. Двенадцать, девять, 10, 4. 12, 10. Нормально. Ну, это попроще, чем паладины. Отличный левелап, полтинничек пленных. И на этом боли страдания в этой игре должны закончиться. Квиксейв, Даренбам и на Даренбам. Так, Белая гора. У меня где-то есть еще час времени. Сейчас залутаю все локации. Так, Дренбам, кристаллик. Кристаллик. Собиратель кристаллов, между прочим, дает, по-моему, интеллект, да. То есть это прокачка. Не знаю, не помню, говорил я или нет. У мертвей я не качаю, потому что на данный момент оно не влияет на урон Бурана. А вот Буран я качаю, кстати. 30 кристаллов еще насобирать. Вот эта вот абилка, сейчас готовится патч, чтобы вроде бы она начала влиять на урон Бурана. Сейчас это не так. Сейчас не влияет. Так, забежали. 1500 опыта. Кристаллы мне нужны, поэтому я побегаю от... Как я побегал прям вообще? Паркур мастер. Да чё за фигня-то? Отстаньте от меня. Это позорище на самом деле. Ну, потому что здесь довольно много пространства и... Так, дракону я, конечно, не иду. Я что-то не помню. Так, стоп. Я случайно нажал Shift D и свернул игру. Так, тут флажки, флажки. А сюда в домик не пробраться. Квест даже обсуждать, наверное, не стоит. Ну ладно, давай поговорим.
Расскажи, почему, чем занимаешься, мне бы хотелось. Хорошо, и что теперь делать? Обязательно займусь. А мне теперь на лодку делать надо ноги. О, кристаллик. Да, давай, беги. Так, тут еще, не знаю, получится ее стырить, нет? Так, стырить получилось. На всякий случай я сделаю безопасный отсюда вылет через Белую гору. А дринмам дальше. Поплыли. Так, туда пока не иду. Тут копать вроде бы нечего. Так, пингвинчика тоже копать. Ничего нет. Говорить с ним денег нет. Все, можно идти в город гномов. Что там по кристаллам-то? Ну вот уже 7. Надо 30. Так, Баразгунд. Так, посмотрим, что около домика. Флажок. Надо забрать. Домик квестовый там на тему огра, который в девочку превращается. Нужно разобраться с чудиком. Но это потом когда-нибудь. Я сюда не драться пришел. Просто бегать. В той стороне ничего нет, ну, кроме какого-то лута, поэтому... Поэтому я, конечно же, пойду в ту сторону. Ты что стоишь? Ой, ладно, нет, а нет. Можно его отманить, я уверен. Так. Надо еще иногда покапывать. Тут что? Что-то как-то неудобно. Оббегать. Прямо нифига обычно. О, карлик на 4 умноженный. Так, этот не дерется. Мне жалко кристалл. Ну ладно, два испуга. О, мне 4 кристалли вернули. 4 кристаллика вернули сразу. Так, я что-то там не подобрал, да? Рассеивание не подобрал. Бежим дальше, собираем халяву. Рунка силы виднеется. Так, что тут? Просто деньги. Там что-то скелет, что ли, лежит? А, или вообще ничего не лежит. Короче, просто тупик. Ну ладно. А здесь что? Скелет, да?
Так, в эту сторону можно считать, что я обыскал. Ну, кроме вот этого сундука, но что-то он, будем считать, что он стационарная охрана. Наверняка его можно отманить. Мне просто лень это делать. Так, вначале здесь соберу золото с кристалликом. Всего один, не повезло. Так, здесь сверху, по-моему, сундук должен быть. Так, можно вниз идти. Кристаллы все по одному падают. Непруха. Так, я что-то пропустил, да? Скелет. Так, идем, идем, идем. О, 4 кристалличка, неплохо. Так, ну и я добрался до города наконец. Атака всех гномов, требование лидерства всем гномам, инициатива всем не гномам, кстати. Так, еще раз читаем тогда сначала. Опять атаки всем гномам, требование лидерства всем гномам, минус инициатива. А, это я себе тоже получу. Я же тоже буду весь не гном. Нет, тогда это ерунда, ладно. Остальные сапоги на грейд норм. Просто быстренько проверю. Квиксейв сделал, беру сапоги. Мне, во-первых, интересно состав защитников и сила башен, которая защищает. Это гномы, да? То есть я не буду драться, я просто проверял. 2000 я бы еще мог бы, если бы Буралдин докачал, но состав армии... Я почему проверял? Потому что мне нужно два жреца света убить. Если бы здесь были людишки, то может быть. Я бы еще как бы вдохновился бы на вот такие свершения, но нет. Так, урон пушкарям, камикадзе. О камикадзе я одно время подумывал, но потом я нашел свиток Бурана, и как-то камикадзе уже не актуален. Так, один флажок. Чем торгуешь? Интеллект на поясе. Фрагмент Испадона второй уже. У меня есть еще какой-то Испадон. Ну, где? Вот это вот. Да, вот еще. Солнечный плащ есть. Насколько я... Ой, так, секундочку. Насколько я помню, этот Испадон какая-то ерунда бесполезная. Я, конечно, до конца не уверен, но... Сори, если там микрофон шумит, что-то он у меня это... все норовит упасть. Так, две... Ну, ради одного интеллекта тратить деньги. Нежить у меня у самого в армии есть. Механические пауки, дроиды-стражи, это все не мой выбор. Короче, я подумаю про этот один интеллект, но скорее всего нет. Слишком мелко, есть гораздо лучше пояса. Так, ну что-то тут копать нечего. Ладно, идем тогда следующее ответвление. Так, здесь есть алтарь опыта. Взяли. Тут свиточек лежит. Берс. Ну, это ерунда. А этот 100 тысяч попросит. Даже говорить с ним не хочется. Чем торгуешь? Кофточка на интеллект. Ерунда. Кольцо лучника тоже. Штаны, которые дают сопротивляемость магическому урону. Ну, очень ситуативно и очень дорого. Так, оружие хаоса, ерунда. Обычно библиотекарь что-то есть интересное для мага. Конечно, без проблем в Драгондор сгоняю, может быть, на поезде. О, вот, так.
Ладно, дубина огра. 4 атаки, урон огром, троллем, гигантом, шанс оглушения, ерунда. Артефакт хороший. А штаны. Плюс 15% маны, мощь атакующих заклинаний. Топчик. Штаны точно надо брать. Так, ну и артефакт, который дает 2 интеллекта, я же могу использовать, правда ведь? Ну, вместо щита. Или вместо одного интеллекта, или вместо лидерства опыт за бой. Короче, надо брать. Лидерство прокатило, я смотрю. Опыт за бой тоже не сильно большая потеря. Так, про штаны, получается, надо помнить. Они классные. Но денег нет. Так, огр-торгашка. Так, убью покормщика, квест взял. Тролли продает, у меня есть. Стальные сапоги, это прикольно, стоит выкупить, но не прямо сейчас. Так, ты выманиваешься? Тогда иди сюда. Давай я тебя подальше отманю, потому что там и сундук, и свиток, и мне не хочется через телепорт сюда возвращаться. Так, инженерный наладчик, природный зов. Инженерный наладчик вроде бы это интеллект. Капец, я только что купил на интеллект. Ага, нет, это регалия. Ее вообще не могу одеть. Она бесполезна, получается. Требования лидерства для механизмов мне нафиг не надо. Ну ладно, она мне на халяву пришла, поэтому, ну подумаешь, бесполезная. Зато бесплатная. Так, вроде бы тут драться нигде не надо. Ой, я что, сундук выкопал на 5 кристаллов? 23 кристалла. Очень близко. Так, тут нифига нет. Бежим просто. Я даже не знаю, собирать все это золото или нет. Вроде один боевой отряд тут бегает. Ой. Это был сундук на 2000 денег. Ладно, это все копейки. Так, еще какой-то сундук откопал на просто на деньги. Так, ну и скорее всего деньги я здесь все не поднял, но я 2 сундука выкопал, поэтому вряд ли в этом ответвлении еще что-то есть. Кроме мелких кучек денег, которые на полу лежат. Так, здесь деньги. Тоже деньги. Рунка силы. Так, ну и что, едем в Драгондор или нет? Да или нет? Конечно, едем, потому что у меня 23 кристалла, а мне надо 30. Так, тогда скорость помедленнее. Скидочку. Говорят еще, если обратно пойти не через поезд, а через телепорт на Белую гору, то вот этот механик сюда не возвращается, он там дальше на Драгонторе остается. Не знаю, насколько это правда, но звучит опасно. Поэтому, может быть, стоит заплатить еще 700 монет и вернуться обратно правильным образом. Так, побежали за кристальчиком.
Не знаю, здесь есть что-то, нет? Понимаю. Не обязательно. Я могу просто героя отманить и через телепорт вернуть. Хотя телепорт 1000 стоит. В принципе, шило на мыло. Да как так-то? Надо было посмотреть состав армии, ладно. И лидерство заодно. Так, ну рудку силы это важно, поэтому надо взять. Здесь я пойду сундук еще тоже стырю. Раз уж его защитник ледяные шипы. Вряд ли когда-то буду использовать. Буран меня полностью устраивает в плане ауешного урона. Когда еще подъедет фикс, который заставит обилку мага работать. Вот эту вот обилку. На Буран он еще станет прекраснее и замечательнее. Так, кто у нас тут за торгаш? Дроиды лазерные, дроиды механики. Беззащитность, убежище, оковы, магический доспех. Вроде бы неинтересно. Так, туда, насколько я помню, незачем идти. Меня, кстати, послали по квесту к Шарлатану, поэтому, раз уж я тут, пойдем. Так, расскажи, а торговать? Понимаю. Так, я не могу прочитать этот справочник? Нет. Так, что это такое, что-то новое. Базлайтер. Две атаки, два магического урона всем механизмам. Сила заклинания с свиток шаровая молния, между прочим. Заклинания даются только после боя с духами электричества. То есть, короче, фигушки мне, а не... О, кстати, магия искажения, управление гневом. Это повод качать ярость. То, что я пока упорно избегал и игнорировал. Но вот появляется резон. Так, я квест-то сделал. В журнале что-то появилось. Поговорить с оборотнем грызни за 3700 опыта. Что-то, мне кажется, вряд ли все закончится одним разговором. Так, это тоже надо все лутать. Все вот эти вот ответвления. Здесь много кладиков, кристалликов. Я не знаю, я бегу по сторонам, смотрю, даже ничего не замечаю. И из плохого у меня нет чашечки кофе. Без нее как-то... Ладно, воды попью. Так, иди сюда. Мне грызню пройти надо. Так, и чё? Чё ещё тут? И паучье гнездо. Просто я по карте проверял, что я там всё поднял, не всё поднял. Капкан получил. И продает оборотни эльфов, у которых 80-я защита от физрезиста, регенерация. Так, капкан я не могу никуда одеть. Все слоты заняты. Вместо щита. Вместо единички интеллекта. Нет. Единичка интеллекта того не... Вернее, капкан того не стоит. Я с удовольствием обменяю все свои ловушки, которые перед боем я самоню, их там пяток, наверное, на пяток интеллекта. Поэтому... Так, а чё, где клады-то все? Должны же быть. Паучьи яйца, нафиг, нафиг. Так, флажок где-то вижу вдалеке.
Четыре ловушки нашел. Чё? Ну давай, пройди туда. Ой, пофиг, ладно. Так, здесь рунку силы надо выманить. На тоненького еле убежал. Так, это всего лишь одно из ответвлений было. Еще есть второе. Не менее интересное. Так, кристаллы, деньги. Кристалл магии всего один. Я сразу проверю этот закуток. Нифига тут нет. А, нет, смотри, сундук. Так, справа кто-то бегает. Ладно, пока налево пойду тогда. И здесь тупик. Значит, пойду направо. 5 магических кристаллов. Вот это классно. Мне кажется, теперь мне хватит. То есть цель выполнена. Так, посох чародея, это тоже что-то звучит очень интересно. Только меня зажали. Нифига себе, 2 интеллекта дает. Ладно, пока 3 атаки сниму, но, может быть, передумаю и вот это потом сниму. 2 интеллекта, конечно, надо одевать. Тут-то что делать? Ладно. Не получилось. У меня есть квиксейв пораньше, на случай, если здесь реально меня зажали, потому что я через телепорт типа не хочу возвращаться, правда ведь? Ой, он вообще после квиклоуда ушел куда-то загадочно вдаль. Так, это удобно. Так, ладно, давай помедленнее, и я тебя просто пробегу. Так, там выход. Здесь. А здесь я все посмотрел. Получается так. Можно вниз идти. Чуть ускориться, потому что тут сейчас вроде бы ничего нет. И ждать. Так, а что он не едет? Я здесь уже пауков, что ли, нарожал? Эй, паук. Вроде бы они по квесту появляются, не? Но я отсюда не выберусь, если я туда залезу. Ладно, нафиг, не пойду. Или пойду. Я что-то не могу определиться, я такой непостоянный. Ну, я реально не пройду, если... Ой, ну их нафиг. Я, типа, запомню, мне просто уже хватает. Вот я что сделаю. И Буран 1700-2100. Ради чего все это затевалось. Тут же ничего нет, да? Сундучок. Так, а что здесь свиток?
Ледяные шипы, флажок. Так, ну и там еще яйцо осталось, но это ладно. Так, поднимаюсь наверх. Вот справа сразу замок перспективный. Его надо подальше отманить. Ну, что встали? Что происходит-то? Ладно. Так, благословение. Флажок. Сотка лидерства. Так, еле-еле, но выбежал. Так, ну, бегаем дальше, копаем. Вроде бы что-то ничего не копается. И никаких, вообще ничего тут нет. Безжизненная территория. Ладно, флажок хоть. Почти на сотку лидерства. Так, чуть выше поднимаюсь. Так, наверх мне не надо. Надо скорее вот здесь вот пробежаться. Да, давай, заберу я твой сундучок. Сила ночи. Что-то я нифига не помню, что это, но звучит интересно. Где оно? И где? Что, порядок, что ли? Дает союзному отряду дополнительный урон против светлых. Ясно, понятно. Бесполезная ерунда. Когда маг через юнитов играет? Да никогда не играет. Так, статуя завоевателя. Ну-ка, ну-ка. 1900 опыта. Так, там просто золото лежит, поэтому... Не обращаю внимания. Справа сундук, но... Его еще... Так и чё? А, чума. Ладно. Так, это квестовый гном. Справа я флажки вижу. Ладно, почему я во множественном числе сказал, я не знаю. Я вижу флажок один. Так, ну просто бегаю дальше. Три руны силы, чё? Фига себе. Это я неплохо копнул. Так, ну и чё, наверх на ярус. Здесь вроде бы уже нифига нет. А, не, ну там, если чуть пройтись в другую сторону, то может и будет. Так, руна духа. Кристальчик. А, еще и сундук с четырьмя кристаллами. Очень богато. Так, руна духа. Ну, давай сюда. Так, здесь придется еще много-много раз бегать по квесту. Но это гораздо позднее.
Почти вся халява собрана. Немножко осталось. Ту статую стоит забрать. Так, левелап. Успел выбежать. 5 кристаллов, офигенно. Давай иди сюда. Так, забираю отсюда еще флажок. Ну что, я считаю, что я стал неубиваемой машиной смерти. Если я сейчас вернусь. Эй, лифт-то где? А можно лифт сюда прислать? За мной гонятся. Ну, блин. Лифт. Алло. Как-то хрень работает. Что, мне бежать, что ли, в обход? Ее вызвать никак? Ой, да пошли вы, ладно. Обойду. Но это долго в обход идти. На всякий случай, ладно, раз люди напарывались на эти грабли, я обратно вернусь через поезд. Заплачу эти несчастные 700 монет. Ну и теперь, я думаю, сколько, кстати, я там насобирал всяких рун. Мне не хватит на Архимага. Двадцать четыре руны нужно дать просто, чтобы вот это прокачать. Ну, это имеется в виду. В первую. Так, а по остальным рунам? По остальным рунам есть небольшой запас. У меня, получается, рун магии не хватает. Вот, что я думаю-то. Погнали кого-нибудь бахнем. Так, какие есть варианты? Посох чародея. Армию докупать. Ну, что-то у меня пока нет желания докупать армию. Кстати, так вот может. Во. Плюс золото за бой. Погнали на Белую гору и Клементину подеремся, она освободит для моего убежища мага всего за один бой. Можно получить нового торгаша. Плюс потенциально она маг, поэтому дает интеллект. А, либо просто всех подряд бить. Мне вот еще что нужно, мне нужно 500 пленных. Это бы, кстати, серьезно помогло. Я бы плюс 5 мана получил. И у меня было бы 2 каста Бурана, а не один. Но это реально тема. Ну пошли, погнали. Окей. Ускоряемся и начинаем просто проводить те бои, которые я избегал. Ну вот ты, например. Плохой пример.
Не хочу. Не знаю. Мне инициативы, мне кажется, не хватит. Ладно, пошли попробуем. Здесь тоже торгаш есть за его спиной, поэтому... А главное правильно стрелочку нажать. Скелетик, бдыщ. Ну чё, у меня впечатление, что я, конечно, может и не супер крутая имба, разрывающая все на своем пути. Но как-то близко к этому. То есть я просто напал, и здесь уже никого нет. Удобно. Грох, но она меня раздражает. Затем второй каст уже чуточку со скидкой, так сказать, для бедных. И все, и никого нет. И этот бой превращается из каких-то там, я не знаю, часовых страданий, которые раньше могли происходить. Превращается в легкую непринужденную халяву. Дайте размытие на сдачу. Где оно тут? Мне просто очень близко размытие осталось докачать. Что за зеркало боли там появилось? Не пугайте меня так. Не, я могу накосячить на том, что я не знаю, как работают какие-то обилки. Вообще легко. Три 600 в плане реального времени минута. Я считаю, это успех. О, клад еще есть. Магические кристаллы. Скорость самому медленному. Защита, миролюбие, лечение можно попозже. Морские дьяволы, там говорят, как-то размножаются очень круто. Издает рев враги, что-то там тупят. О, призыв рыб в соседний отряд. Лидерство составит 4,18. А, ну вот, они таким образом могут до бесконечности. Типа эта рыба призывает другую рыбу, другая рыба снова подводную мощь. И они примерно как пауки. Но только пауки сразу троих самонят, а это одного самонят. Умение доступно только при сражениях у воды. То есть морские дьяволы становятся чуть более интересным юнитом, чем они были до этого. Бронтеры, пращники. Ничего такого, что могло бы меня заинтересовать. Например, черного дракона тут не продают. Так, на максимальной скорости плаваем. На максимальной, потому что... А мне маны мало. Ее надо восстановить. Так, вот этот волк тоже когда-то мне лень стало с ним драться. А вот теперь, я думаю, мне уже не лень. Армию надо докупать, наверное. Так, как высадиться? Вот фигня еще в том, что я инициативу иногда проигрываю. Это довольно неприятно. Если бы я выиграл инициативу, я бы и вот в этого тоже бураном зарядил. А поскольку типа я проиграл, то фиг мне, а не там, а не что-то подобное. Гаргул или Монстера. Еще есть Гаргуана старейшина, но... вроде бы все обилки завязаны на лидерство. Здесь лучше через паузу, потому что... вероятность окаменения будет чуточку побольше. Так, все стреляют, стреляют, стреляют.
А, у него первая инициатива. Удачи тебе. Можно спокойно еще разок бураном зарядить. Волки вроде бы не опасны. Поэтому я проатакую здесь. Здесь уже нельзя на паузу вставать, потому что тогда... А, ну, норм. А мне и не надо. Отравление, плевать на это. Хочется добить вот эту дрянь. А то она посмела меня отравить. Так, волк на второй скорости ни докуда не добегает. Кстати, размытие. Без него явно здесь никак не выиграть. Ключевое заклинание. Так, кажется, кто-то снова в камень превратился. Ну чё, вообще изи. Та же самая минута, я думаю, времени. Короче, маг набирает скорость. Я не скажу, что прямо у него сейчас пик могущества. Нет, нифига, так дела не обстоят. У него просто сейчас начинается как бы рост. То есть вот чем дальше, тем быстрее будет. То есть сейчас это еще медленно. Вот когда патч подвезут, который прокачает у мертвия, вот тогда заживем. Так, я вообще сюда к Клементине приехал драться. Ну, с этим тоже можно вполне. Вначале с Клементиной. Не нужен юнит с высокой инициативой. Я, наверное, вначале, может быть, подерусь за карту. Да. Короче, Клементина пока чуточку подождет. Я думаю, это все равно будет довольно быстрый бой за карту, поэтому, как ни странно, я начну с него. Да пофиг, нападай, я записался. Ты ничем не рискуешь, абсолютно. Обещаю. Все просчитано. Ошибки быть не может. Так, я лучника заблочу, это, наверное, неплохо. Но он выжил. Это чего-то достоит, правда ведь? Ой. Нет цели для применения способности. А кто дамаг-то на весь нанес? Кто посмел костяного дракона так расфигачить? Северная воительница, копьем гнева. Основной урон тут внесли. То есть, чё? То есть северная воительница? Получается. Ладно, по инициативе кто? 5-5. Шестая инициатива воительниц. Так, растение. Нормально тут. Можно инициативу им подрезать. А здесь надо сразу лечиться. И эта мораль врагу еще понизит.
Так, это вперед. Дракон оставляет скелетика. Чтобы ловушку перелететь, нужно минимум на три клетки подвинуться, поэтому он сюда летит. А теперь надо подумать о касте. Еще один буран. Не знаю. Довольно, возможно, тупой выбор, сложно сказать. На всякий случай дракон еще дальше идет и встает в деф, потому что здоровья мало. Так, воительница побежала вперед и поплатилась за это. Змеи готовятся. Так, здесь надо отойти. Нет цели для применения способности. Ужасно. Сейчас же лучник выстрелит. Ой. Ой-ой-ой. Ой, не выстрелит. Удобно. Все равно по-дурацки сыграл. Это вторая скорость, ладно. Так, здесь вампирчик нужен. Дрон. Какой радиус, интересно, у моей этой? Да ладно, пофиг. Пауза. Вампир летит вперед. Если кто-то хочет с ним подраться, он его, конечно, еще меня грохнут, но это прям воительница, она прям гениальна. Она, как она сливается, так никто не умеет. Только она. Единственная и неповторимая. Враг ответит на удар, поэтому нет смысла, наверное, ничего делать. Метатели топоров по терниям воинам наносят миллиарды урона. Воительницу уже нет смысла контролить. Жалко. Вот сейчас жалко было. Так, но этот много не нанесет со своими даже святыми этими выстрелами. И теперь надо лучника. Мне лучше вот этого стукну. Ой. Ой-ой-ой. Дракон не лезет. У него здоровья недостаточно, чтобы метателя топоров затанковать. Здесь я накосячил. И непонятно, что с этим делать. Она сейчас пробежит. Нет. Ошибки. Одна ошибка, и ты ошибся.
Ладно, 15 северных воительниц вряд ли должны какой-то критичный урон нанести. Тем более они там воскрешать начали. Дальше мутузим. Без разницы кого. Всех подряд. У лучника первая скорость, поэтому если я встану рядом с ним, то фигушки ему, а не выстрелы. Так, воительница в камне. Лучник, наверное, поопаснее немножко. Поэтому в него постреляю. Дракон не лезет. Можно на всякий случай положить ловушечку. Так, ну и тут уже просто убийство всех подряд. Вначале лучше все-таки крофтнул лучников. Инициатива у врага третья, поэтому я, наверное, ничем не рискую, если подлечу. Сделаю чпоньк. Ну а потом улечу. Так, стреляю по лучнику. Ну, условно по лучнику. На всякий случай, ладно, отлечу. И размытие кину. Без него, опять же, в этом бою в никуда. Только за счет размытия и тащу. Ну вот в этом бою немножко не хватило пробивной мощи Бурана. Поэтому, ну, с другой стороны, это бой за карту. То есть, еще бы и бои за карту на автобое типа проходили. Пятьдесят пленных. И, кстати, это достаточно, чтобы плюс 5 маны получить. Так, рождение гиганта, отлично. Так. Записался. Воинов, нежить, скелеты. И чё? Мне, типа, каждый раз их выгонять?
ну конечно, каждый раз их угонять. Так, я получил медальку некроманта, это плюс 5 маны, стало 105. А теперь я вот что хочу сделать. Мне нужен какой-то инициативный юнит для того, чтобы перестать сливаться всяким пиромагом. У меня на примете есть архидемон, например. А, возможно, один архидемон мне бы подошел в моей армии. А, попробуем его призвать. Рунный чернокнижник. Какая инициатива? 4-1. Нет, спасибо. А, так. Белая гора. Очень много локаций, поэтому я почти точно могу получить любого монстра, которого я хочу. А, магия. Ярлы. Какая инициатива? До свидания. Я, наверное, из соображения... Хотя нет. Убежище. Думал, может быть, напрямую телепортится снежный сокол. Это 7-7. А ты сочетаешься? Типа я должен костяного буду выкинуть. Не, костяной хорош. Светлый летает, иммунитет к заморозке, магическое создание, ледяной шторм, перерождение стихии, порождение стихии. Нет, наверное, я не хочу от костяных драконов отказываться. Загрузка. Хочу архидемона. У него еще больше инициативы. У этого седьмая, у архидемона вообще восьмая. Напрямую телепортнусь, потому что мне лень через Белую гору плыть. Я все равно с большой вероятностью загружаюсь. А если выяснится, что здесь тот самый юнит, который мне нужен, то я не буду загружаться. Так, кстати, в пещере тоже другой юнит. Где пещера? Терекс, какая инициатива? 6 недостаточно, хорошо. У меня есть костяной дракон, который 6, но он проигрывает периодически. Инзельбург, может быть. Светлый, рунный чародей, нафиг. Я уже начинаю забывать, где я был, где я не был. На Даринбаме точно не был. В Трех ручьях точно не был. Тролли. Так, теперь нужно три ручья проверить. Что-то сложно. Неужели архидемона по-другому никак не достать? Это нужно Инзельбург весь зачистить. Снова ярлы. Короче, лучше за кадром, по ходу дела, подобное искать.
Время много отнимается. Хотя ладно, 4 минуты, в принципе, save load же тут. Так. Теперь есть подземка Портленда. Потом есть еще Драгондор и Баразгунд. Погнали в подземку Портленда. Я даже не парового робота сейчас хочу. Ну, конечно, ютуны. Так, Бразгунд и Драгондор. В Драгондор довольно сложно попасть. Да, в принципе, Бразгунд. Через телепорт можно. Ну и по идее я все проверил. Сейчас вот эти две локации остались. Орки-вожди. Так, Драгондор. Он телепорт в Бразгунд, оттуда на поезде. Так. Машинист тут был, но это неудивительно, я его специально сюда прислал. Так, магия. Рунный чародей. Короче, фиг мне. Ладно. Другой раз тогда на самоне себе архидемона. Мне просто хотелось какого-нибудь инициативного, жирного юнита, но что-то игра считает иначе. Не нужен мне такой юнит. Тогда еще один квиксейв. Напоследок подерусь вот с этой вот хижиной знахарки. Я как раз именно под нее хотел, на самом деле, инициативу. Короче, квиксейв, погнали. Так, ты знакома с магом? А когда-нибудь была знакома? Офига себе. Ну вот, это вот, что тут за танцы? Это все из-за того, что я проиграл инициативу. Не проигрывал бы инициативу, ничего подобного бы не было. Я думаю, можно лететь вперед. Или нет? Или да, или нет. Кто мне скажет ответ? Короче, нифига он не идет вперед. Он готовится с летучей мышью драться. В ловушку. Гаргона, живи. Так. Вот этого в ярость бы отправить. Он еще не ходил. Но нельзя, да, по каким-то причинам. Стойкость разума, что ли? Или в чем твой секрет? Ой, ладно, букв много читать еще это, как ему это удалось. Важно другое. Важно, что я призываю толпу змей. Закрываюсь таким образом. И 3300. Нифига они со второго бурана не помрут. Тут еще куча проблем.
Знахарка имеет высокий интеллект. Интеллект и сообразительность. Ладно, так сделаю. Здесь в летучую мышь надо стрелять уже по-любому. На следующем ходу она кучу проблем тут устроит в противном случае. Лучше снять ответку паровым роботом. Затем куснуть. Конечно. Ну, здесь надо... У этих ядовитая защита какая? 60%. Не очень много. Ладно, бью. Так, ну это место тоже для еще одного бурана. Закрепить, так сказать, успех. Только на качественный буран мне не хватает. Приходится каким-то дурацким пользоваться, бракованным. Так, или по горизонтали я не зацепляю два юнита, или по диагонали я не зацепляю три. Наверное, по горизонтали тогда. Хотя здесь лучники. Так, дракон осмелел до такой степени, что готов драться с кем угодно. И урон ядом ему вообще наплевать. Так, ну яйцо положил, ладно, сгрызем. Можно стукать. Пауза. Так, кто теперь самый опасный? Вот это вот монстера очень близко, очень опасно. Ты что умеешь? Вселяет неуверенность, снижает скорость инициативу. Добавочный магический урон всем дружественным ящерам. А не наплевать ли мне? Бешеная змея. Не, монстера сейчас будет ходить. Можно в камень попробовать ее превратить. Ну, скелет нормально стоит. Он не дает возможность монстере пострелять, поэтому куча плюсов. Кстати, летучую мышь надо грохнуть. Самоните вампира. У этого есть фишка, что если он убивает отряд, он ходит с какой-то вероятностью повторно. Может воспользоваться этим крутейшим предложением. Но он, конечно, не пошел повторно. Ну, конечно, не пошел повторно. Так, снаряд хаоса куда-то в пустоту. Довольно небольшой урон у дракона, просто потому что
Короче, понятно. Не умеет он в урон, когда против него ядовитые соперники. Здесь важно не дать этой тернии стрелять, поэтому кто-то должен остановить ее. Можно заняться убийством этой рыбы. Так, монстера плюс сильный отряд. И тут еще есть с кем подраться. О, лечение, кстати. Монстера не ходила еще, остальные уже ходили. С другой стороны, она ничего не сможет сделать, наверное. Стоит в центре. Так, место для растения. Я тоже могу их призывать. Урод довольно неплохой, можно стукнуть. Так, здесь бить, привлекать внимание. Монстер терпит. А могу я ее полечить? Не, не могу. А, ну ладно, она все равно довольно неплохо справилась с этой атакой врага. Так, тут троечку надо добивать. Да, а чё нет, можно спокойно. Урон все равно очень маленький. Ну, либо вот этого вот старейшину бить. Ладно, кину ядовитый череп сюда. А здесь ударю. Это что, моя змея была? Она была так напугана, что... Интересное решение от змеи. Так, кто еще куда должен походить? Да, офигеть опасно. Так. Эти растения вроде бы не могут ничего такого предпринять. Что за магический выброс? Откуда он взялся? Угу.
стукать, конечно. Снаряд хаосов дракона вообще не пугает. Так, ну здесь вот, кстати, здоровье близко к тому, чтобы закончиться. Урон очень небольшой, кого не бей. Можно просто схавать трупик. Допустим, отсюда, чтобы Злоган на всякий случай, если вдруг он кому-то понадобится, чтобы он лежал и ждал своего часа. Тут отсюда, допустим, схомячим. Так. Ну, здесь я добью. Вторая скорость, а откуда? Скорость всем нейтралом. Ясно, понятно. Читы у врага. А что, в камень-то? Не, никак. Не превратить. Так, это стало взрослым, это тоже стало взрослым. У взрослых шустрая инициатива, но у Тернии Воина она не менее шустрая. Допустим, пауза. Так, пробой доспехов. И можно призвать еще какую-то цель, которая будет всех путать. Лечить своего нельзя. Больше вреда будет от этого лечения. В смысле, единственное, что реально будет, это вред. А скелетик для привлечения внимания. С этой клеточки можно всех травануть. При этом урон-то все равно никакой. Еще один. Так, это норм. Сдохло. Это важно. Смертоглаз сдох. Тревога, тревога. Его можно воскресить об змею. Просто держу в курсе. Тут отходим. Так, ну лучников надо бить. Не знаю, скелетик вперед бежит. Убили, молодцы. Копаться ближе, подставляться под змею таким образом. Мне нужно нижнюю цель вот это расстреливать.
Так, Смертоглаз бежит вперед, потому что ему нужно будет драться со змеей. Так, ну и добить надо лучника. Дракон от злобно отодвигается. Это запасной план, на случай проблем. Так, здесь можно превратиться. Немножко побольше будет урон. Но, видимо, реально немножко. Так, змея там стоит, не трогает злогны. Сюда. 54. Так, здесь добиваю, наконец, монстеру. Смертоглаз пытается воскрес идеально. Чего это было? Вы офигели? Мститель, ой, 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 какой же я тупой. Это прям, это провал. Ну я реально, я чуть не суициднул своего права. Мне еще повезло, короче, что он не суициднулся. Вполне мог. И я ничего уже не могу с этим поделать. Я могу змею суициднуть с таким же успехом. Ладно, сейчас посмотрим, что она будет кастовать. Может быть, прокатит. Нормально, маны нет. Все здоровы, значит, это победа. Лучник может спокойно умирать. Так, все стреляют теперь в чащу. Она уже в камне. Ой, блин, я сейчас рейдж квит сделал. Все, короче, дело в том, что время 0:30. Ну, нельзя так играть. Ну, это просто стрелять им в Мстителя. Ну, зачем было это делать? Монстеру я уже не воскрешу. Она не умеет воскрешения. То есть я обязан загружаться. Очень тупо сыграно. Ладно, я во всем виню то, что я играю по ночам. Короче, следующий. Это просто перерыв будет. Я довольно много в этой части сделал. Поэтому дела в любом случае, они отлично. Могли быть, конечно, гораздо лучше, если бы я поменьше тупил. Но не все сразу. Пока получается, остановился я на 16 уровне. Куча рун в запасе, они ждут своего часа. Ну, в начале следующей серии, может, потрачу куда-нибудь. Да я даже армию не докупил, когда пошел сражаться с этой теткой. Явно можно против нее. Ну, то есть, не то, что можно, но, короче. Ладно, в любом случае, все в другой раз, а пока на этом все. Продолжение следует, и всем пока.